Здравствуйте! Сегодня 20 августа и хочу сделать небольшой отчет по зашедшим семенам герани. Здесь у меня герань Dancer. Из 10 семечек у меня взошло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот тут 9, но почему-то она долго так всходит. Я посмотрю, что с ней случилось. И одна семечка не взошла. Как и говорил производитель, брала в ферме, говоришь, 99% схода. Из 10 одно не взошло, я считаю, это вполне нормально. Сажала я их 10 августа, сегодня 20, вот за 10 дней вполне очень хороший результат. Все саженцы хорошие, всходы, мне нравится. Это Dancer. Здесь у меня Lancaster. Ланкастер у меня взошел весь. Здесь садила по две семечки, здесь по одной. 4, 6, 10. 100% всхожесть. Также брала в фирме Гавриш. И здесь смесь окрасок 2 на 2. Сейчас я покажу, какие именно. Так. Ланкастер здесь ярко-розовый и бледно-розовый с белой серединочкой. Dancer розовый с белой серединкой и белый с розовой серединкой. Растут они достаточно быстро, причем очень быстро. Я вам сейчас покажу. Я сеяла до этого бланка F1 белая, также фирмы Гавриш. И сажала я ее 11 июля, сеяла семенами. И вот месяц и 9 дней получается. Сейчас я вам покажу, как она выросла. Так, вот из семян 11 июля. За месяц и 9 дней она вот так вот прекрасно уже выросла. 4 настоящих листика. Чувствует себя прекрасно. У меня еще есть всходы, но покажу я их потом в следующий раз. Это средненький есть, побольше. Но это я потом покажу полностью, когда буду делать обзор на гераньки. А вот здесь у меня, да, папайя. Тоже сеяла семенами 11 июля. Вот уже надо будет пересаживать в более большой горшочек. Но это также я потом отдельно все сниму и покажу про папайю, расскажу.